Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что же, у нас громкое событие, давай посмотрим, что это такое. Ржавый разряд наверняка получит кровавую луну в этой игре. Уничтожение стратегической колоды зуба стезилы, зеленая угроза поможет сдержать напор зомби. Ты думаешь? Давай посмотрим, как она мне поможет. Я за зуба стезилу, если честно, вообще не играл. И я не знаю, что у нее там за супер-пупер колода. А можно что-нибудь другое-то? Угу. Блин, а еще? Да ладно тебе. Ну, че, у меня только на третий ход получается что-то будет. Ладно, давай посмотрим, что нам это даст. Ну, здесь, естественно, пропускаю ход. Он, кстати, тоже ничего не выставил. Дает мне этот клевер. Хм. Он тоже... А, нет, смотри-ка, он размещает астронавта. Ну и что прикажешь мне делать, а? Получаем с тобой урон. Так, далее. Что он? Ничего не стал делать. Мы можем с тобой поставить... Хм. А давай сделаем... Вот так. Просто хочу проверить, будет он уничтожать или нет. Задумался. А, вот ты что делаешь. И астронавта размещает. Но мы пока здесь выживем с тобой, в любом случае. Так, мы еще два урона получаем. Так, в ответку ему. А вот теперь я поставлю, пожалуй-ка, банан. Хм. Банан. Ну давай сделаем, посмотрим просто. Так, кто у него тут? Опачки, он сейчас понизит атаку, наверное, да? А, здесь. Ладно. Блин, конечно, хотелось бы хильнуться. Восстановить здоровье. Но я, наверное, сделаю немножко по-другому. Он достал уже своими надгробиями, а? А давай вот так вот сделаем. Нет, так невыгодно. Так невыгодно. Может быть, Бонг Чой? Там, мне кажется, еще один такой сидит. Мы можем хильнуться, мы можем с тобой восстановить здоровье зубостезили. Давай, наверное, так, наверное, сделаем, да? Да, я, пожалуй, так и сделаю. Восстановлю здоровье и себе, и нашему банану. И ко всему прочему я поставлю Бонг Чой, наверное, вот сюда. Ай, ё-моё, совсем же забыл. Господи, что это перетягивает. Тогда... Нет, ну тут 4 единицы здоровья. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Нет, вот так вот лучше. Да, так будет поэффективнее. Давай посмотрим, кто здесь. Ну, видишь, о чем я тебе говорил. Сейчас вообще понизит атаку здесь. Ха, он сюда почему-то поставил. А, ё-моё. Ну ты посмотри, вот жучара. Вот разряд ржавый, а. Ладно, сейчас мы вообще без атаки остались. Это плохо. Так, Бонг Чоя моего подбили, бедного. Зачем мне вот столько бананов, а? Целая куча. Зачем? Вот, ну вот объясни мне. Что нам тогда сделать? Давай, наверное, поставим сюда клевер. Ага. Так. 3-5, уже неплохо. Что он там опять придумывает? Блин. Сейчас будет вытягивать карты, да? Ага, шаманство делает. Еще карту, по-моему, вытягивает. И плюс один до конца игры. Ага, он себе делает дополнительную энергию. Так, два банана сейчас разлетятся. Ну, здесь, естественно, ребят, проиграем. Потому что он уничтожит его. Мы не нанесем урона. А вот здесь раздавим чувачка. Шикарно. Так, давай думать. Нам дали молоток. Воу-воу-воу-воу, да ну, хорош. Блин, ты смотри, что творит. Да ты успокоишься или нет? Блин, друзья мои, тут как бы выбор только один. Во-первых, уничтожить здесь. Это раз. И... Блин, уничтожает зомби на земле. А он не на земле находится, да? Слушай-ка, а мы же можем, знаешь, что с тобой сделать? Так. Его переманить. А вот сюда. А уже тут его уничтожить. Вот, так оно будет поэффективнее.
Мы получим сейчас с тобой 2 урона вот от этого. Хотя мы можем... Ну да, 2 урона только получим. Ладно, давай его, наверное, съедим. 2 урона получаем от этого ханорика. Так, вот теперь самое интересное. Так, по энергии мы на равных играем. Воу-воу-воу-воу-воу. Появился, блин, не запылился. Да хорош ты. Что нам сделать здесь? Какой эффект? Блин, мне кажется, у него там еще что-то в закромах присутствует. Хорошо, я сделаю вот так вот. Может быть, этот гриб нам поставить, а? Я сделаю вот так. И... вот таким вот образом. Вот, отличная карта нам выпала. Давай попробуем. Так, этого уничтожим. Здесь пока переживем. Едва в лицо. Опачки. Ты посмотри, что мне дали, а? Друзья мои. Да ты заколебал, а? Своим вот этим вот. А, он же не может атаковать. Фу ты, мне повезло, друзья. Так, давайте теперь подумаем. Нам дает сколько? Ага, 10 единиц здоровья. И в то же время как-то вот этого надо вальнуть. Мы можем с тобой переместить его на землю, да, и всех взорвать. Я думаю, это будет лучший вариант. Давай, иди сюда. И взрываем. Все зомби и растения на земле погибают. Ну, это лучше, согласись мне. Так. Бамс. И у нас, ребята, есть вот это вот растение крутое, которое нам даст 10 здоровья. Плюс банан, да, ой, плюс подсолнух дает нам дополнительную энергию. Так, смотрим сейчас, что он будет здесь вытворять. Ничегошеньки не стал, да? Опачки, у нас с тобой 26 хп. Так, уничтожает растение, да и бог с ним. Уничтожай. Главное, что он свою миссию сделал. Оу, парень. Ты смотри, как ты отгребаешь. Что ты там вытянул, я не знаю, ребят. Но по картам он пока лидирует. Но это пока, опять же. Так, кто? Фараон здесь, да, у него появляется? А, блин, фараон, это плохо. Ну, проверим, что он там. Ничегошеньки, да, не стал делать. Короче, наша цель сейчас уничтожить фараона. Как вот только это сделать, а? Банан выставить можно, в принципе. Или Бонг Чой. Или Бонг Чой, да? Ну давай я поставлю Бонг Чой сюда. Надеюсь, он его не уничтожит мне, а? Он сейчас будет пытаться его бомбануть. Зомби... ха-ха, ты жук. Ну ты жучара, а? Еще и вытягивает две карты, ты прикинь? Да, уничтожает мне, опять же, мое растение. И размещает еще и зомби-астронавта, ко всему прочему. Что-то не очень хорошо. Что? Да ладно тебе, а? Ты прикинь, что он тут творит? Вот это жук, а, друзья мои, вот это жучара он. Клевер мне дали, да? Так, вот это совсем мне не нравится. Короче, сделаем вот так с тобой. Кого он там? Ага. И сделаем с тобой вот так. Конец хода. Уничтожает случайные зомби и размещает там споровика. Ну, давай проверим. Да иди ты в пень. Кого там хочешь? Здесь? О-о-о. Так даже лучше будет. Блин, да что ты? Превращает всех в зомби. В случайных кого? Гаргантюа? А, случайно. Блин. Ну ты прикинь, что творит, а? Ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои. Так, мы утягиваем с тобой две карты, это хорошо. Блин, только карты, конечно, не очень хорошие. Споровик. Уничтожил, да, зомби? Молодец, красавчик. А что этот делает? Синтез, да? Так, думаем, думаем, думаем хорошенько, что нам сделать. Подбить мы можем только здесь, да? А ему всего 1 единицу урона нанести, друзья мои. Так.
Потом сделаем с тобой вот так. Блин, этот... А, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот так вот, убрать вот сюда. Все. Я не знаю, может быть, сюда бомбануть? Ну, я надеюсь, он не сможет уничтожить сразу мне двоих здесь. Поехали, посмотрим. Все, ребята, ему крышка. Ну что же, неплохо, я считаю, мы сегодня сыграли здесь. Ну, а мы с вами переходим, естественно, на основные наши задания. На основную сюжетную линию. Не помогло ему, как говорится, эта луна кровавая. А мы идем играть за растения. Так, разгром на свободе. Ну что, будем с тобой опять же играть пока за нашего бабаха. У меня любимчики теперь появились. У зомби это разгром, а за растение это у нас бабах. Так, наверное, вот здесь вот поменяем с тобой. Вот. То есть первый ход есть. Там, глядишь, так, солнце и мозги. Во время этой миссии растение начинает игру с плюс 3 единицами солнца. А зомби... Ага, ну я понял. То есть сразу же, да, по энергии бустуем. Ну я сюда мину поставлю. Так, а сюда мимика влепим. Поехали. Бамс. Отлично. Так, интересно. Опа. Блин, а вот это вот плохо. Ать, я не могу туда. Если только убрать его. Да, мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Уберем сюда. Вот так вот. И поставим сюда. Ну а смысл от этой мины здесь? Если я мину поставлю... Нет, пока ничего не будем делать. 4 в лицо нам сейчас прилетит, конечно, от этого спортсмена. Но я пока ничего не могу сделать. Понимаешь? Блин, одни мины. Да ты хорош, блин, ёпрста. Короче, ребят, надо будет нам с вами... Как-то это дело переигрывать, что ли? Ну, кого тут бомбить-то, я даже не знаю. Слушай, а если я сделаю... Фигово так делать, на самом деле. Давай, короче, вот так вот попробуем. Вжарим. А этот будет сразу ходить или нет? Ага, ходит. Атакуем. Так, сюда поставим с тобой тогда мину. С картами вообще беда у нас. Просто если бы я знал, что такие условия будут, конечно же, ребят, я бы немножко по-другому потом все сделал бы. Взял бы, наверное, уже посерьезнее карты здесь. А так мы, скорее всего, с тобой тут влетим в копеечку. Вау-вау-вау-вау-вау, тут еще и медик. Чтоб его... Кто у него тут в надгробии, я не знаю, ребят. Давай вот так, наверное, поставим с тобой мину сюда. Ага, понижает, понижает атаку. Здесь... Очень интересный выбор. Так, этого уничтожаем. Этот уничтожает мою ягоду. Тут мы, ребят, наказываем. И защитка у нас с тобой срабатывает. Ну, пока мы делать ничего не будем. Оставим этот дождик проливной. Виноградина. Сейчас будет лечить этого шитика, да? Я понял. Так, ну что, мы, наверное, с тобой сделаем... Вот так вот. И ко всему прочему. Или же нам... Ну ладно, давай посмотрим, ребят, что нам дадут за карту. Арахис. Уничтожает растение 2 или меньше. Блин, ты посмотри, что творит, а. Итого мы получим еще 7 в лицо. И это плохо. Я бы даже сказал, это критично для меня. Потому что у меня всего 1 хп остается. Так, мина. А он еще и фараона сюда вызвал, ты прикинь? У меня не получится вот этого, ребята, одолеть. Если только сделать вот так. И вот так. Плюс это все сделать таким вот образом. Посмотрим. Окей. Этого подрываем. Этого должны уничтожить. А здесь должны выжить еще. Но опять же ненадолго. Опа. Кокосовый король. Да ты достал ту фараона, ту, блин, спортсмена. Да хорош, может, уже, а? Как тут сделать-то?
эффективнее. Давай вот так вот поставим с тобой. Другого варианта все равно нету, ребят. Че он там, минус один? Блин, да ты запарил, а? И восполняет себе еще 6 единиц здоровья. То есть, что он без карт, что я. Но у меня, ребята, плачевные дела здесь на самом деле. Да ты достал, он... Ну все, тут крышка, друзья. Офигеть, первый бой так вот влипнуть. Короче, сейчас мы с тобой поменяем колоду. Раз ты так, гаденыш, делаешь, я буду тоже так же делать. Так, бабах, давай, нам твои мины здесь, по ходу дела, ну вообще никак не помогут. Поэтому избавляемся с тобой от всякого хлама. Например, вот от этих всяких стручков. Вот этих вот водянушек. Так, кактус нам пригодится. Виноград нам здесь не нужен. Оставляем с тобой ананасовую бомбу. Так, кактус пускай будет. И берем с тобой ягоды. Вот эти вот. Зачем так много-то, ё-моё. Не надо мне так много ягод. Дай мне что... Вот. Например, возьмем с тобой вот таких вот заклинашек. Заклинашек. И что дальше? Блин, там же у него... Рэй, я опять в видео, да? Да, ты опять в видео. Попал, умудрился, успел. Так, ну что, ребят? Лужайку, может быть, еще одну взять? Добавить ее, да? Ну что, попытаемся? Попытаемся с вами этой колодой. Кстати, здесь, по-моему, надгробия не нужны. Я не видел, чтобы он там что-то вызывал. Хотя нет, вру, друзья мои. Есть, там же как раз этот чудик, который понижает атаку моим растениям. Но если сейчас бабах не справится, нам, наверное, придется взять другого персонажа. Так, ну что, в принципе, нормуль сгодится на первое время. Эта минка нам обязательно пригодится. Будем ее ставить против мощных чувачков. Так, проверим, кто у него тут. И хорошо, что я сюда послал мину. По крайней мере, мы с собой... Безумие даже делает. Ох, ничего себе ты, парень. Ну, нифига ты даешь. Так. Уже интересно становится. Давай сделаем вот так вот. Опа. Уничтожен, интересно, ягоду или нет? Ничего не стал делать. Ну и хорошо. Давай, бомби его. Нормуль. Так, 6 энергии. Скоро, ребят, защитник у меня созреет. Защитник. Я поставлю, наверное, сюда ягоду. А сюда поставим мимика. 2 или меньше. Да хорош, блин, прикинь, что? Двоих сразу уничтожил мне. Со своим флакончиком, да? Значит. Да ну, хорош. Гаргантюа у него еще, прикинь, оказывается, есть. Хиллер. Как раз минка нам здесь и пригодится. Давай, бамс. Блин, ну хиляет. Подбили мы его, короче, да? Блин, могилоедов очень много у меня. Вот нафиг он его сюда позвал, согласись. Я вообще не вижу смысла в этом. Ага, зомби получает 3-3. Совсем, я смотрю, оборзел он, а? На тебе. Совсем припух. Ананасовая бомба. Как раз вот против этого чудика сейчас и пойдет она у меня. Так, уничтожаем. Перемещаем растения и вытягиваем карту с тобой, да? Давай вот сюда вот переместим. Только ради карты, ребята. Вот то, что нужно. Ну-ка. Бамс. Уничтожили. Так, что он там? Ага, восполняет 6 единиц здоровья. Блин, могилоеды эти, ну зачем столько много их, а? Ребят. Кактус. Вот кто там? Опа, кстати. Вот они, могилоеды, мне и пригодятся как раз. Ха-ха, зомби с неуязвимостью был, а здесь?
Ну-ну-ну, кто там, кто там? Гаргантюа у него там еще стоял, ты прикинь. Так, сейчас мы ему влепим хорошенько-то. Опа, 10 хп у него остается. Крокодильчика мне дали. На воду, конечно же, его. Смотрим. Никого у тебя нету, о, парень. Так ты попал, получается. Да, друзья мои. Ну что же, пока неплохо. Один раз сфылился, но опять же, потому что я не знал, какие тут у него условия. Теперь мы знаем. И победили. Ну и двигаемся с тобой дальше. И против Нептуси. Ну это зомбариха, естественно, будет своего осьминога бросать на водяную дорожку. Так, смотри-ка, в принципе, неплохо, да, у нас. Условия, я так понимаю, сохраняются, да? Ну да, сохраняются. Поэтому менять колоду нам, естественно, не стоит. Рестлера позвал. А вот так вот не хочешь, парень? Хочешь, я вижу. Так, ну что, отдуплиться? Да чтоб тебя, блин! Да. Ну кто же знал, что так будет? Но зато мы с тобой сейчас можем поставить... Ё-моё. Нам надо сюда, наверное, с тобой поставить ягоду. Давай проверим. Так, этого уничтожаем. 4-4. Так, защитник у меня появился, да? Ты достал со своими фараонами. Ну вот серьезно тебе говорю, просто заколебал. Давай вот так вот сделаем. Все равно другого выбора нету. Да, он, конечно, 4 в лицо там мне пропишет. Так, этого уничтожим сейчас. И нам надо ставить с тобой уже защитника. А, судя по всему. Вот кто там у него опять, а? Ну вот скажи, вот кто там у него? Давай, наверное, сюда поставим крокодильчика. А вот сюда поставим ягоду. 5-9, гаргантюа. Убирает, да? А, он крокодильчика сместил? Так, ладно, предположим. Блин, этот чувак мощный очень. Его, в принципе, можно, ребят, знаете, как взять? На минку. Тут, мне кажется, еще один гаргантюа будет. Поэтому тогда сделаем с тобой так. Поставим сюда мину. А сюда поставим защитника. Просто проверить хочу. Ага, сумоиз. Ну и что, кого-то... А, ягоду может переместить. Блин, что делать? На воду, блин, конечно же. Уничтожает мне ягоду. Так, итого, ребят, получается, мы получаем 2 в лицо. И все. Даже не получаем мы с собой 2 в лицо. Что делает, а? Ты офигел, что ли, эй? Нептусь, блин. Ладно. Защитник все равно, ребят, нам поможет пока. Давай, давай, врежь ему. Так, этого уничтожаем. Ну что, сумоист, доигрался? Блин, горелый. Так, у нас выживет, по идее, да? Должен выжить. Давай сделаем с тобой вот таким вот образом. И проверим. Так, сумоиста уничтожаем. Так, этот получает щей. 5-3 плюс у нас... Вот, вот, что мне нужно было, ребят. Ну, конечно же, конечно же. Вот это вот лужайка неуязвимости. И плюс я еще вот так вот сделаю. Проверим. У него сразу находится уничтожение всякое, да? По-моему, все, ребят, он спекся. На тебе. Получи. Еще одна шипастая лужайка. Нет, парень, здесь ты, извини, не попал. Гаргантюалка? Да, именно гаргантюа у него там был. Эх, Нептусь, Нептусь. Тебе не повезло. Кто там? Осьминожку? Ну, бросай на воду осьминожку. Мне, в принципе, от нее уже не жарко. 3 в лицо получим. Даже не получим, ребят, у нас же защитник. Урон мы с тобой вообще не получим. Так, нам выпадает орех. Я поставлю его сюда. Вытягиваем с тобой карту. И карта... О! Семейство бобовых.
ореховых, точнее, да? Ну все, ребят, доигрался. У нас Нептус, и мы ее победили. Двигаемся дальше. Опять идем на разгрома с тобой. Блин, хотелось бы, конечно, получить вот эту карту мне на самом деле. Кровавую луну. Думаю, она зашла бы. Но, опять же, при условии, если мы, например, играем с тобой на лиге за зомби. Так, поехали, да? Я думаю, что вот это вот все пока останется у меня в руке. Похоже, разгром получает 10 единиц здоровья. А вы знаете, что это значит? Погром будет колоссальных размеров. Ах ты, ему дали 30 хп. Вот оно как. Слушай, я ведь могу вот так вот сделать. Кто там у него? Вот самое главное, непонятно, кто у него там сидит. Ага, ну ладно, сейчас понизить здесь здоровье. А, вот так даже сделал. И зомби получает 2 плюс 2. Блин, офигеть. Ну ты жук, а, однако. Все он там продумал, да? Да чтоб тебя, а. Ну вот что мне сейчас прикажешь делать? Ну этого мы можем с тобой подорвать. Этого мы можем с тобой подорвать. Плюс поставить сюда фонарь. Давай так сделаем. У нас другого выбора нету, друзья. И, наверное, дождик еще вот так вот сделаем. Проливной. Так, этого халабуду сейчас мы уничтожим. Здесь нанесем 3 урона. А знаешь, зачем я сделал? Чтобы выставить кукурузу. Хотя можно даже вызвать кактус. Ну что ты, блин, делаешь, а? Давай вот так вот тогда. Просто проверим, ребят. Не дай бог уничтожит. Так, он уничтожает мне грушу. У него, кстати, тоже с картами-то беда. Беда бедовая. Так, ну что, этого уничтожим? На тебе. И сейчас вызвать нам надо кукурузу, наверное. Посмотрим. Твою ж налево. Так, ну этого мы... А, добить не сможем. Блин, а что же делать тогда? Прикрываться, а что делать? Блин, минус один, минус один. Это специально сделал он. Да, ребят, чтобы этот ханорик выжил у него. Блин, печалька. Так, ну что, кукуруза тогда выходит у нас, да? Последняя наша карта. Из боевых. Ё-моё. Так, ну поехали. Этого уничтожим. А вот это, наверное, еще выживет. Или нет? Нет, не выжил. Ладно, тупо обмен. Но он хильнется еще сейчас. Свои 30 хп вернет себе. Блин, где мои карты боевые? Почему мне дают вот эту вот всякую ерунду? Блин, могилоеды одни, а. Воу-воу-воу-воу-воу. Все, ребят, по-моему. По-моему, тут фейл. Офигеть, у него, оказывается, кто есть тут. Ну, у нас защита, конечно, сработает с тобой. В плане, а почему? Почему не сработала защита? Я тебе скажу одно. В этой ситуации мне не повезло элементарно с картами. Блин, надо было могилоедов убрать. Да, в следующий раз, если мы сейчас сдуемся здесь, я поменяю. Так, мины, собачки. Ладно, все это годится пока. Да я знаю, что 30 хп. Блин, ну этот, конечно, что у него... Бот... Зомби-бот есть, это вообще... Это жутко. Кто там у тебя? Ну, понятно. Этот зомби. Смотри, что делает, а. Без стыда и совести, да? Просто уничтожает и все, ребята. Так, 5 энергии. Кого он сейчас влепит? Сразу начинает выставлять спортсменов. Сразу же просто... Ну, это что мне здесь сделать? Ну, я могу нанести ему урона маленечко. С этим зомби мы можем справиться вот так. Плюс лужайка шипастая. Итого у нас... Сколько урона мы нанесем ему? 3? Так. Ну да, 3 урона нанесли. Что же с этим делать-то, гаденышем?
этот зомби появился, да? Знаете что, мы, наверное, вот так вот сделаем. Так, смотрим, ребят. Ничегошеньки он не стал делать. 4 в лицо, блин, ну это очень неприятно. Мин, дофига мин у меня еще. Вот что я тебе хочу сказать. Хилять этого будет, понятное дело. А я даже не знаю, что теперь сделать-то мне. Просто не знаю. Кто там у тебя? Понизит атаку псу, да? А, вот так вот он даже сделал. Ну ладно, предположим. Сейчас еще 4 в лицо. Этого уничтожаем. И опять я остался без карт. Короче, могилоедов мы с тобой убираем. Что он сейчас влепит? Ничего не стал влеплять. Давай его уничтожим. Но... Вот так вот. Так, растение минус один, минус один. Но это не страшно. Он себе восстановит. Вот он что сделал. Блин, вот засранец, а. Ну ладно, все равно он получит свои 6 урона в лицо. Так, у нас... У него одна карта, у меня... О, это хорошее, кстати, заклинание. Но здесь могила. Фиг знает, кто там у тебя. Гаргантюа, собственно, ребят, персоны. Куда ты кукурузу убираешь? Брал, гаденыш, мне кукурузу, а. Так, что мы здесь получаем? Отлично. Давай сюда переместим. На всякий случай. Ягода. Ягода, малина. Кого там хилять собрался? Разгрома? Ну, хиляй. Значит так. Сделаем вот таким вот образом. И вот таким. Чего-то... А, блин, ягоду уничтожает. Да чтоб тебя. 3 в лицо получим, да? Все очень, ребят, печально. Да ж... Ну все, тут фейл, друзья мои. Нафиг мне вот эта банановая бомба. Нафига она мне здесь нужна? Блин, мешается только. Надо убирать ее нафиг. Ну все, ребят, тут проиграли. Опять же элементарно из-за карт. Тут, понимаешь, под каждый бой, блин, нужно свои карты выставлять. Так, короче, убираем с тобой могилоедов и убираем с тобой вот эти вот банановые бомбы. Они здесь вообще не нужны, просто не нужны. От них толку ноль. Давай, бабах, меняем с тобой колоду. Это не дело. Убираем вот эту вот ерунду. Вот эти вот мины тоже, которые здесь вообще нам не нужны. Могилоеды. Так, и берем нормальные, нормальные полноценные карты. Так, во-первых, мы можем с тобой взять вот эти вот росточки. Они нам пригодятся. Так, дальше. Возьмем груш. Побольше, побольше груш. Возьму вот этот пенек. Так, пенек взяли. Ягода, ягода. Ладно, пускай пока будет. Лужайки, это все у нас остается. Не знаю, может быть, кактус взять. Или еще одну грушу. Можно взять вишневую бомбу. Или взять вот так вот. Он что делает, когда появляется? Ага, ваши орехи получают плюс 2. Орехи, да, значит? А у меня орехов-то здесь и нету. Я могу взять вот этих вот двух. Ну, на всякий случай. Но это опять же ждать, когда карты лягут, когда совпадет это все. Или лаву-гуаву взять. А, вот кого. Точно, ребята, у нас же есть еще свекла. Секунду. У нас есть еще свекла, поэтому... И мы, наверное, с тобой так и сделаем. Возьмем свеклу. Так, росточек этот уберем. Лужайку оставим. Это уберем. Так, где она у нас? Вот она. Свеклу и грушу. Ну и давай, наверное, вот с тобой вот так вот еще делаем. Все. Вот сейчас должно быть нормуль. Хотя можно было бы и орех взять. Давай-ка мы, наверное, с тобой орех еще возьмем. Галактический. Где он у нас тут? У нас его нету, мы его уже давно в руках имеем. Вот. Попробуем, друзья мои. Так, выполнить миссию.
Сейчас проверим, как пойдут у нас тут дела. Хорошо ли, плохо ли? Ну давай вот эту поменяем. И вот эту вот заменим с тобой. Окей, вот так меня устраивает, более-менее. Тут еще неизвестно, в кого превратится у нас вот этот цветок. А он сейчас начнет, естественно, естественно. А там у него зомби с неуязвимостью, верно? Так точно. Но мы-то с тобой еще пока выживем, слава богу. Но на следующий ход он, скорее всего, он... О, смотри, что нам дали. Смотри, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Начинается, короче, да? Поехали. И сделаем, наверное, вот так еще с тобой. Понеслась. Ну, это, конечно, уничтожит сейчас мне всех. И этого. И этого. А нет, не уничтожило, ребята. Ё-моё. Вот только убрал надгробие, и началось, ребят. И началось, блин. Кто там у тебя? Ну, конечно же. Конечно же. Понижает атаку. А здесь еще один. Сейчас до ноля, что ли, меня опустят? Вот даже как. Ну, ханорик. Блин, сейчас 4 в лицо получим. Губошлеп несчастный, а. Кто там у него? Вот фиг знает, кто там у него сидит. Мы можем сделать с тобой вот так вот. И вот так. Опачки. Так. Гаргантюа убирает, естественно, пенек, да? А, вот как он сделал. Ну, конечно же, ему нужно же нанести урон мне. Как нам дальше-то поступить? Как он меня достал? Просто одолел, друзья. Просто меня одолел в корень уже. Защитника ставить, да? Ну, как вариант, можно влепить. Поехали. Так, этого подбить не сможем. Защитник сейчас берет урон на себя. Этого уничтожаем. А дальше еще интереснее. Мимик. Да иди ты в пень, блин. Ты прикинь, что он делает. Да, ребята. Вот это мы, блин, поиграли. Вот это мы с вами поиграли. Поехали, фиг ли делать-то. 3 в лицо. Уничтожаем. Тут не успеваем добивать. Ну, мы добьем этого сейчас чудика с помощью виноградины нашей. Так, поехали, короче. Сюда урон. Единственное, кто у него тут сидит, непонятно пока. Опа, хорошая карта выпала. Кого ты там убрал? Да-да-да, ага. Чё там перемещает Арсений, вытягивает карту. Слушай, ну ты достал, а? Сюда? Защита сработала, слава богу, ребят. Слава богу, у нас с тобой сработала здесь защита. Опять же, у него там карта целая, рука. Всего лишь 14 хп ему оставил. Оставляем. Так. Если я поставлю сюда грушу. Нет, фигово так. Блин, как сделать-то лучше, а? Все, я понял. Давай вот так вот сделаем. И поставим сюда грушу. Просмотрим. Восстанавливать себе здоровье. Ну, это понятно. Испугался. Еще бы не испугаться. Так, минус зомби.
Так. Что у тебя там? Уничтожает растение 4 или меньше. Понятно. 10 хп остается у него. Блин, дайте мне защитника. Блин, дают кактус. Так, с этими разберемся. Вот это похуже будет. Здесь будет похуже. Ладно, давай с тобой поставим, наверное, кактус. Плюс 5, плюс 5. Вот так вот сделаем. Посмотрим, ребят. Так, этого уничтожаем. Пробиваем. Этого тоже сейчас уничтожим. Карт нету. О, неуязвимость. Слушай, у меня 4 хп. Если он сейчас кого-нибудь сюда влепит, все, я сфейлюсь. А разве можно уничтожить? Можно, ребята. Оказывается, можно. Дайте мне бойца. Вот, пёся. У меня выпал пёся. Если я вот так вот делаю. Ну все, ребят, тогда ему крышка. А нет, нет, вру. Никакая ему не крышка, ребят, он еще будет жить и процветать. Чё-то он никого не выставляет, очень подозрительно. В чем дело? Неужели у тебя разгром закончились карты? Ну да, видишь, он делает доборы. Он что-то ищет. Что же ты ищешь, а? Смерть, видимо. Ну что, друзья мои, разгрома я здесь победил. Да, благодаря вот этой вот хорошей лужаечке, которая очень мне здесь помогла, я все-таки справился здесь. Ну что, переходим с тобой на следующий бой. И замех у нас здесь. Чтоб его. А замех у нас что будет опять? На танцульках? Или как? Или он... Слушай, а зачем я поменял-то? Ай, поменял, зачем? Ведь тут же... Как раз нужны карты. О, смотри-ка, кто у него там, как думаешь? Какой-нибудь сумоист наверняка. Давай на всякий случай еще мину сюда влепим. Эй, подобьет мину мне, а? Хотя нет, нет, ребят, ничего она не сделала. Мы ее уничтожили. Крокодильчик, вот это радует меня. Так, зомби никого не стал выставлять на воду. Что он там делает? Наносит 3 единицы урона. Но это твое супер мощное заклинание, и ты его потратил. Ладно, фиг с ним. Дело твое. И мину мне еще и ушатало, а? Ну и что ты тут вышел? Блин, на него и тратить-то, если честно, ничего не охота. Да ладно, я пропущу просто ход. Ах ты, ну все зомби. Хорошо, что, ребята, он потратил на одного. А прикинь, если бы их здесь было много, и все получили бы 2 плюс 2. Вот это было бы обидно. Ну и что-то там. Окей, я, наверное, сделаю вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да-да. Так, ладно, фиг с ним, мы получим с тобой урон, понятное дело. Прокачивать я пока никого не буду. Его мы с тобой можем уничтожить, ну, с помощью даже кукурузы, если захотим. А можем сделать немножко по-другому. Вот так, например. Кто там у него? Кто в надгробии? Все, я понял, короче. Все зомби получают... О, а вот это плохо, ребята. Прикинь, сейчас будут каждый... Твою же налево, а. Ты прикинь, что творит, а? Еще и на дорожку бросит. Фига он, жучара. Иди отсюда. Чтоб духу твоего здесь не было. Он в конце еще, видишь, бомбит. По 2 раза стреляет. Офигеть. Так, танцорка вышла, да? Танцорки здесь нам не нужны. Уничтожаем ее к ядрене фени. Так, смотрим. 3, 6 и 6. Я еще вот так вот сделаю. По идее, должны разнести его в пух. Да чтоб тебя, а! Ладно, потратил свой шар. 2 или меньше. Вообще без карт остался парень. Так, 4. Так, тут 14 урона. 18 в общей сумме.
Ну все, ребят, по-моему, он приплыл. Что ему здесь поможет, я не знаю. Вот этот вот ханорик, это ему не помощь. Смотри, как я даже сделал. Я не пожалею, ребята. Супер энергии, да? И вот так вот. Все, по-моему, доплясался парень. Ну давайте, по выстрелу и хорош. Все, ребят, переходим с вами опять к разгрому. По-моему, это у нас будет последний бой. Сейчас посмотрим. Да, это последний бой на ринге. Сейчас 100% ему надают каких-нибудь привилегий, как всегда, как они это любят делать. А мы будем с этим делом бороться, отстаивать. Давай, наверное, вот здесь вот поменяем. Кактус, кактус как-то вот... Блин, ладно, фиг с ним, оставим так. Разгром получает плюс 5 мозгов. Ваш растение-герой получает плюс 5 единиц солнца. Каждый из них получает плюс 15 единиц здоровья. Сумасшествие какое-то. Ну да, по 35 хп и по 6 энергии. Это действительно сумасшествие какое-то. Тут не поспоришь. Кто вот у него там, а? Ну давай я вот так вот сделаю. Ах ты, засели. Ну ты посмотри. Ну ты посмотри, что он делает, а. Так, мы его можем, в принципе, шлепнуть, если захотим. Оу. Мне кажется, у него там супер элитные карты остались. Давай-ка этого гаденыша завалим. Типа, знаешь, этого зомби-бота или еще что-нибудь. 100% я тебе говорю, у него будет такая карта. Что он делает? Все карты потратил практически парень. Интересно. Но он не боится, мне кажется, у него зомбобот все-таки есть. Ну и что это такое? Что это там, блин, появилось? Давай вот так вот сделаем. Кто у тебя? Опять? Зомби, да, с неуязвимостью? Перетягивает. Уничтожает растение. Так, понял. Ладно, поехали. А зомби получает плюс 2, плюс 2. Вот это плохо. Но я его могу уничтожить, в принципе. О, кукуруза выпала. Выпала кукуруза. Так, 5 единиц урона наносим. Поехали. Да ты достал. Сейчас суперударом, ребята, уничтожит мне это растение. Да? Будет у тебя? Нет? Нет у него суперудара. 14 хп мы ему оставили. У него две карты. Если у него будет зомбобот, это будет плохо. Так, какого фига ты сюда этого чудика вызвал, а? Перетянули его. Так, ну он мне не добьет, по идее, это растение, да? Давай вот так вот тогда еще сделаем с тобой. Сколько он там получит? Ага, 3 хп остается у него. Так, защита у него сработает? Да, срабатывает. Восполняет себе здоровье. Этого мы уничтожим с тобой. Наше растение должно жить. Слушай, вообще великолепно идем. Груша. Она, по-моему, на воде может стоять. Насколько я помню. Да, друзья мои, груша это может стоять на воде. Вполне. И вот так еще поставим сюда кактус. Уничтожает кактус, да? А почему не мину? Не знаю, ребят. Ну, судя по всему, ему крышка. Да? Давай, груша, делай свое дело. Вот так вот. Весь, как говорится, сказ до копейки. Ребят, побед за нами. Разгрома мы с тобой победили. Да, были начальные этапчики немножко неудачными. Ну, потому что я не знал, какие здесь условия. После того, как я узнал, у нас все пошло. Прохлада. Опять мозг. Ага, заморозка у нас здесь будет. Ну, естественно, мы будем с ним драться уже, ребята, в следующей серии. Кстати, скоро мы пройдем с вами испытание за растение. Видите, да? 181 задание из 200 уже выполнено. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.